Сейчас я расскажу вам 5 причин, по которым не стоит брать Samsung Galaxy A5, каждая из которых приведет вас к логическому выводу о том, что этот телефон полное говно. Однако не спешите ставить на нем крест, ведь в нем есть и свои плюсы. Для начала посмотрите мой честный обзор, ссылка на который находится в описании. Меня зовут Евгений Донец. Поехали! Основная проблема этого телефона – ему не хватает ресурса. Ты можешь либо снимать, либо отправлять видео. Если видео отправляется, ты пытаешься снимать, он начинает жаловаться. «Мне не хватает ресурса, я маленький, беззащитный». Фу, блядь. Отдельная тема – это игры. Потому что это не игры, это слайд-шоу. Запускаем AnTuTu Benchmark, и мы видим, что эта сука просто тормозит. Она показывает нам слайд-шоу, в то время как S7 реально работает. Он как турникмен подтягивается, а этот говорит: «Да ну нахрен, это вообще не мое». Как вы заметили, он стеклянный. Да, это красиво, но он стеклянный. Если его уронить, он просто разобьется в дрова. Насовсем, как гребаный iPhone. У стеклянного телефона есть еще одна проблема. Он постоянно выскальзывает из кармана, где только я его не ронял. В машине, в метро, просто в дороге, да просто сядь в кресло, он выпадает из кармана. Такое чувство, что он хочет сбежать от меня. При этом приходится использовать какую-то специальную подстилку, но чтобы в кармане было поплотнее и эта сучка не убежала. 16 гигабайт внутренней памяти плюс 128 гигабайт флешка звучит, конечно, хорошо, но ему постоянно не хватает памяти. Вся суть в том, что приложения не хотят устанавливаться на флешку, они ставятся только во внутреннюю память, которой почему-то по непонятным причинам всегда остается чуть меньше гигабайта. 2-3 фотографии, неделя переписки в WhatsApp. Все. Каждую неделю я чищу внутреннюю память этого телефона, потому что он говорит мне об ограничении системных возможностей. Какого хрена? В общем, этот телефон полное говно, если смотреть на все эти выводы, которые я вам озвучил. Однако это совсем не так. В нем есть и плюсы. Посмотрите их в моем честном обзоре, ссылка на который находится в описании. Но учтите, если вы активный пользователь интернета, если вы спамер и рассылщик различных видео, тогда эта машинка не для вас. Меня зовут Евгений Донец. Пока. От создателя честного обзора. Недавно мы с ребятами летали в Египет. Катались на квадриках, плавали на яхте, снимали под водой и видели титькастых девочек. Все это ты можешь посмотреть своими глазами прямо сейчас. Пройди по ссылке под роликом или просто посмотри фильм «Египетская сила».